И в завершении выпуска новости культуры. Волнение и мандраж, недели тренировок и сложная хореография. В Нарьян-Маре отгремел 4-й фестиваль уличных танцев «Разморозка». В рамках «Разморозки» танцевальные батлы между участниками фестиваля, конкурсные выступления современных танцевальных коллективов Ненецкого округа и мастер-классы. Участники «Разморозки», а это представители современных танцевальных направлений, зажигали на сцене Дворца культуры «Арктика» уже в 4-й раз. Своими эмоциями и техникой исполнения они прокачали зрительный зал по полной программе. За их легкостью на сцене недели, а то и годы тренировок. Сложные элементы хореографии отточены до предела. Азарт борьбы, накал страстей, радость победы, а порой и слезы разочарования – все это неизменные атрибуты «Разморозки». Конечно, хочется победить, и в этом году у меня дебют. Выставляю детскую команду ребят со своей постановкой и девочек взрослых, поэтому очень хочется, чтобы они выступили хорошо. В фестивале принимали участие представители разных танцевальных направлений. Всех объединяет танец, а танец для каждого из них – это целая жизнь. Победить хотят все, даже начинающие танцоры. Девчонки, как вас зовут, за какую команду выступаете? Меня зовут Арина. Меня зовут Катя. Мы выступаем с командой Elite Kids. Хорошо. Какие у вас ожидания сегодня от фестиваля? Ну, очень хочется победить, чтобы все заняли достойное место. Борьба на танцполе разгоралась с каждой минутой все сильнее и сильнее. Накал страстей кипел и в зрительном зале. Взрывы аплодисментов и громкая волна поддержки болельщиков. Победителей в танцевальных номинациях и батлах определяли судьи международного класса в ходе многочисленных отборочных туров в различных возрастных категориях. Участвовала я в номинации All Styles. Вот. И какие эмоции? Эмоции? Я пока не осознала, честно говоря, это все. Вот. Но безумно получаю вот прям огромное количество кайфа от всего этого. Зрители в восторге от зажигательных бальных танцев, экспрессивного хип-хопа и креативного брейк-данса. Именитые судьи Амар Палома из США и Мария Будалак из Санкт-Петербурга высоко оценили выступление танцоров в первый день фестиваля. А уже на второй день «Разморозки» дали такие ценные для ребят мастер-классы по направлениям хип-хоп, брейкинг, вакинг и олл-стайлс. Амар говорит о том, что ему очень понравилась организация фестиваля, сам фестиваль, танцоры, которые были на нем, их уровень. Он приезжает уже во второй раз, 3 года назад он был тоже здесь, и он видит, как сильно вырос уровень ребят и, в принципе, самого фестиваля. Я хочу сказать, что я здесь 4-й раз, и я просто в шоке от того, насколько вырос фестиваль. И организация, и участники, качество костюмов, качество хореографии, все очень выросло. Мы стараемся прокачивать этот регион, стараемся давать максимум информации, чтобы все. В следующий раз, когда мы приезжаем, мы видели рост. Мы его видим, значит, мы делаем свою работу хорошо. «Разморозка» становится хорошей традицией и зрелищным событием для Нарьян-Мара. Наработав в этом году необходимый опыт и новые техники исполнения, танцоры современных направлений будут готовиться к следующим выступлениям и радовать зрителей своими талантами. Елена Ванцева, Леонид Шишелов и Владислав Носкин, телеканал «Север».